Расскажу вам маленькую тайну. Я открываю перед сном все двери, потому что люблю, чтобы был сквозняк. И тут слышу мяуканье. Оказывается, у меня тут семейка живет. Мамаша и котенок. Обалдеть. Вы поняли, да? Котенок потерялся и решил зайти ко мне в номер. Я вообще одурел, когда спалил эту картину. Сейчас как бы в шоке, да? В принципе, как и я. Так что качер тут разводит кошек, вы поняли, да?